Приветствую вас. Я думаю, что основная проблема заключается в том, что вы, ну вот, условно говоря, беспокоитесь за то, как мужчина воспримет то, что вы делаете. То есть, условно говоря, вы его интерес ставите ниже своего. Вот. Чем, соответственно, человек пользуется, ну а почему бы нет, вот, то, что вы себя обесцениваете. Вот, и, соответственно, вас абсолютно не ценят. Имеется проблема в том, что вы изначально поставили себя в отношениях в такую позицию, в такое положение, что, в общем, ну, что я зависимая, я как бы нуждаюсь, вот, вообще я как бы, ну, следую за тобой, да, то есть как бы за мужчиной, за тобой я следую, вот, и все, как бы, то есть вот мне кажется, что, ну, мне вот кажется, что проблематика, она какая-то больше про это, мне кажется. Здесь идет речь, да, нежели чем там, про что-то другое, да, и так далее. То есть это именно история, это именно история о том, как вы поставили себя ниже значит, своего мужчины и предпочли, ну, наверное, предпочли как бы жить его жизнью, но не своей. Вот. Не желая расставаться, там, может быть, боясь расстаться, да, то есть, как бы, вариантов в целом предостаточно, вот, то есть, ну, как, почему я так вот поступила, вот, вариантов более чем предостаточно, но вот, как бы, правда она в этом. И, соответственно, есть причины, по которым вы все это терпите, есть причины, по которым вы, например, ну, например, чувствуете вину, да, есть причины, по которым, например, вы ощущаете, там, допустим, что на вас, грубо говоря, могут обвинить в меркантильности, вас могут обвинить еще в чем-то, и, скорее всего, вы будете чувствовать себя, ну, на самом деле виноваты, вот, и это может, собственно, быть проблемой, может быть, для вас чем-то серьезным, вот, и как бы все это, вот, условно говоря, влияет на то, как вы в данный момент себя чувствуете и как вы в данный момент себя ощущаете.
Вот. Соответственно, с этим нужно работать. А как мне, опять же, кажется, да, с этим можно и нужно работать. Вот, работать с вашей самооценкой, с чувством вины. Вот, в принципе, с чувствами, потому что чувства — это вот в данном случае то, что, ну, на мой взгляд, вы не очень осознаете, да, потому что, ну, не понимаете, да, например, вам двигаться, да, и так далее. То есть вот, ну, вот я иду, да, куда я иду, там, допустим, чтобы что я иду, и так далее. То есть это вот, в общем-то, такие вот моменты, ну, достаточно серьезные. Вот, и соответственно, уже там по результату, да, по результату вот этой ситуации уже можно будет говорить о том, чтобы вам помогать, скажем так. Вот. В принципе, то, что я могу вам сказать, вот, в принципе, то, что я могу вам ответить, вот, и, в принципе, печально. То есть, конечно, все это очень печально. Эта ситуация сама по себе, она, в принципе, печальная ситуация, в которой вы оказались. Вот. Но опять же, это можно исправить. Сейчас у меня по ощущениям вы находитесь в очень серьезной позиции жертвы, когда не можете уехать, потому что вас посчитают меркантильной. Вот, ну, на секундочку, ну, что вы там такого, да, ну, посчитают. Вот, это первое. Второе, вам не нравится то, как все происходит сейчас. Вас это категорически не устраивает, то, как все происходит сейчас. Ну вот вы не можете выбрать, вот. Вы не можете выбраться, вы не можете, как-то для себя решить, чего я хочу и что я выбираю. Вот. А это значит, что требования, которые у вас есть, вот, требования, в том числе к себе, они не совсем адекватны. Вот. К сожалению. Ну, это корректируется, в общем-то, то есть, сложности это особо вызывать не будет, данная проблема. Вот. Такой ответ я могу вам дать. Я надеюсь, что помог вам. Да, нужно взять личную ответственность за то, что происходит, вот, вам. То есть не обменять мужчину там
том, что он такой и сякой, может быть, он так и планировал делать. Вот, ну, уж он совершенно точно, я думаю, не обязан и не должен оправдывать ваши ожидания. Вот. А то, что вы взрослый, значит, человек, решили бросить работу, уехать за ним в другой город, пожертвовать чем-то. Ну, это ваш выбор. Вот. А почему-то вы считаете, что если вы такой выбор совершаете, такой выбор делаете, то вам человек, соответственно, там что-то должен. Вот. Ну, правда в том, что, вероятно, нет. Вероятно, не должен. Как видите. И чем быстрее вы перестанете претендовать на то, что вам что-то должны, тем легче вам будет становиться. Вот. Всего самого доброго. Удачи.